44 года своей жизни Валерий Трубин занимается борьбой. Начал в детстве, потом решил связать свою профессиональную деятельность с этим видом спорта и стал тренером. В 2000 году Валерий Викторович перебрался в Саров и вместе с Виталием Михайловым начал работать с юными саровскими чемпионами. На Икаре он полноценно тренирует с 2019 года. На счету Валерия Трубина 4 кандидата в мастера спорта и несколько десятков перворазрядников, призеры первенства России и всероссийских соревнований. Эта деятельность, как таковая, у меня еще с давних времен привлекало, поэтому с детьми мы как-то находим общий язык. Ну, и детей самое тяжелое, когда детей выпускаешь уже 5-6 лет, которые дети начинают показывать хорошие результаты, приходится с ними расставаться, так как уходят в высшее учебное заведение, заканчивают школу. Тренер по пулевой стрельбе Максим Самойлов в детстве занимался у Лидии Мелеховой. После срочной службы молодой человек принял пост у своего тренера, которая ушла тогда на заслуженный отдых. С 1995 года он работает на Икаре. Как говорит Максим, больше всего ему нравится именно работа с детьми. Он видит, как они из маленьких мальчиков и девочек, которые еле-еле могут держать винтовку, становятся победителями крупных соревнований. Сейчас у него 20 воспитанников от 11 до 18 лет. Недавно часть из них стали призерами межрегиональных соревнований в Казани. Сейчас спортсмены готовятся к первенству России и республиканским соревнованиям. Самое главное – это уметь владеть собой. Уметь владеть собой, своими эмоциями, уметь побеждать себя, свой страх, свою лень, свою нерешительность. Дети приходят разные. А вот такие качества мы стараемся в них воспитать. Объясняем, рассказываем, что это самое главное. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также видов спорта пулевая стрельба и рукопашный бой, министр спорта Нижегородской области вручил благодарности тренерам Максиму Самойлову и Валерию Трубину. Также награду получила методист Икара Светлана Родина. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.